Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы с вами поговорим о студенческой визе во Францию. Обучение во Франции становится все более популярным среди людей разного возраста. Франция предоставляет весьма качественное образование, соответствующее международным стандартам. Для получения права на образование во Франции с ответственной студенческой визой необходимо документальное подтверждение из французского учебного заведения о зачислении на учебу и наличие финансовых средств, необходимых для обучения и проживания в стране. Рассмотрим необходимые документы. Это анкета, фотографии, паспорта, свидетельство о рождении, медицинская страховка, справка из банка о наличии денежных средств на счету, договор аренды недвижимости во Франции и документы, подтверждающие запись в учебное заведение Франции. Документы должны быть нотариально заверены и переведены на французский язык. Проживая во Франции в качестве иностранного студента, вы имеете право на работу, но не более 964 часов в году. После получения диплома вы имеете право продлить свое пребывание во Франции, изменив статус учебного на рабочий. Друзья, за более подробную информацию обращайтесь по указанному номеру телефона. На этом у меня все. До новых встреч!